Лично мне импонирует это издание тем, что... Лично мне импонирует это издание тем, что в этом журнале очень доступным и доходчивым языком изложены интереснейшие факты из нашей истории. Эти факты, во-первых, важно знать, а во-вторых, очень приятно с этими фактами знакомиться, поскольку написано очень живо, очень доходчиво и очень понятно. Вот в этом смысле живая история оживает на страницах этого журнала, это правда. То есть история оживает на страницах живой истории. Пойдет или нет? Да, пойдет. Теперь почему нужно знать эти факты истории, может быть, на примере материалов о Великой Отечественной войне, чтобы тему вашу связать с нашей? В майском номере «Живой истории» за нынешний год есть несколько статей, посвященных теме Великой Отечественной войны. Эта тема очень сближает нас с этим журналом, потому что наша организация как раз-таки сохраняет, вернее, занимается тем, что пытается актуализировать в молодежной среде тему сохранения исторической памяти. Мы работаем над тем, чтобы события, основные вехи Великой Отечественной войны не забывались молодежи. Мы знакомим ребят с фактами различными из истории нашей страны, истории, связанные с трагическими событиями 41-45 годов прошлого столетия. Мы работаем над тем, чтобы у молодых людей была реальная возможность реализации своих, скажем так, личных историй через наши мероприятия. И в этом смысле мы, конечно же, воспринимаем журнал «Живая история» в качестве своего важного партнера. И теперь читается журнал «Живая история». Если можно, обложку покажите. Да, может быть, еще как бы что-то. Как-то я путана слишком. А давайте вы... Просто можно вопросов не задаете, я не могу. Нет, смотрите, на самом деле это достаточно. Можно то же самое еще раз, да, поговорить. Вы просто уже это сказали, как поговорили, а теперь просто более компактно уже пошел на месте. Хорошо, давайте дубль два. Да, дубль два. Что касается этого издания, то, на мой взгляд, оно необходимо. И связано это с тем, что здесь, на страницах этого журнала, история реально оживает. Мы можем ознакомиться с различными историческими фактами. Это, безусловно, полезно, но это еще и приятно в случае с живой историей, потому что здесь все изложено простым, понятным, доступным языком. Это не упрощение истории, да, но в то же время это удачный формат популяризации истории, что, на наш взгляд, очень важно. Это первое. Да, отлично. Да. Получилось компактнее и емко, более емко. Да. Что касается деятельности нашей организации, то она, безусловно, мы в одной терции с журналом, вот, например, майский номер, да, этого издания посвящен теме Великой Отечественной войны, в том числе. Этой темой занимаются волонтеры Победы. Занимаемся мы этой темой по нескольким направлениям, но один из основных смыслов нашего движения как раз-таки в том, чтобы работать на поприще сохранения исторической памяти. В этой связи мы актуализируем личные истории молодых людей и через призму этих личных историй, через призму истории родных героев для этих ребят мы даем им возможность участвовать в различных событиях, которые так или иначе нацелены на помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, организацию и проведение различных образовательных просветительских проектов, связанных с темой Великой Отечественной войны, проведение различных всероссийских акций в формате Дни единых действий, участие в организации грандиознейших народных событий, таких, например, как шествие «Бессмертный полк».
читайте живую историю. Живите историей. Жизнь прекрасна. Концептуально. Честно говоря, подустал за эти дни, и у меня голова вообще не сама. Да нет, на самом деле вы очень хорошо сказали. Нам нужен трехминутный ролик, в котором... Я понял, потом 30... три слова оставишь. Да, будет 20-30 секунд всего ваших. Поэтому уже... Материала уже достаточно. Да. Да, как и у всех. Да. Давайте так, хорошо. Читайте живую историю, творите историю. Вот, сейчас по-другому немножечко. Читайте живую историю, живите полной жизнью, становитесь частью истории. Очень хорошо. Пойдем? Да.